Куда пошел? Бегом, 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 бегом. Ну ты... Диплодок. Ну что ж, ребята. Хай-бай, с вами Вампай. И это мой второй влог. Тьфу ты! Влог. Сорян. Это мой дневник, часть вторая. Вот. В общем-то, я уже проснулся. У меня нету... Ну, я сейчас один дома, поэтому снимаю с руки. Вот. Уже там телек включил. Ну, то есть вот. Тостики. Ай-яй-яй. Колбаска, имунелико. В общем, вот, проверил YouTube. Там два комментария. Ну, короче, ничего такого интересного. Сейчас похаваю, надо переодеться. Пока, пауза. Вот я уже и хаваю. Время у нас дофига. 8.09. Нам надо 8... Так, 8.50 будет урок первый. 8.30 надо выйти. То есть время вообще дофига. Вот. Я думаю, сначала поиграть с Томасом, а потом пойти уже. Ну, пока пауза, в общем. Я собрался. Я вот в таком виде, потому что у нас сейчас первым физра будет. Ну, точнее, вторым уроком, но к второму. Вот. В общем-то, сейчас подойду к месту, где мы встречаемся, и там включусь. Пауза. Ребят, вот я пришел из школы, в общем, уже, ну там, похавал и пошел гулять. Я съездил в Муром и купил настоящий Power Balance. Так, вот так вот. Вот, Power Balance. Я уже гуляю. Со мной два ютубера, Гикман. И Саха Плей. Вот. Не знаю, чем... Щупчик, вот тебе. Не знаю, что мы сейчас будем делать. Скорее всего, опять полезем на вышку. Шкура. Эти из моей школы. Свиню! Ну вот, в общем, мы идем. Мы идем из школы. Какой мы идем из школы, а? Много рассусоливал, короче. Ну, сейчас полезем на вышку. Пауза. Макс. Давай. Это мой дневник, мой диари. Ребят, вторая уже стемнело, то есть самое время лезть. Вторая часть моего дневника. Саня пока что ушел, но полезли. Ёпта, ребят, смотрите, какой здесь закат прикольный. Вай-вай-вай. Прикольно здесь, ребят. В общем, вот, мы с Максом залезли на второй ярус, ну или на третий, там, как это считается. Так, не буду палиться. Вот, в общем. Вот тут вот так вот уже темно. Ну что, будем слезать. Максиму надо домой, а одному мне лезть впадлу, не считая вчерашний день. В общем, вот. Саня ушел срать. В общем, слезаем. Не особо видно, да и Санька тоже. Ну вот, ментовской отдел. Короче, сейчас... Мы идем на движ, так сказать. Короче, ребят, нас двое пацанов с Саньком и четверо телок. Короче, своеобразный движ, очень прикольный, нам нравится. Вот, в общем. Только сейчас... одна мелкая, нам не очень нравится. Сейчас мы пойдем. Да, там одна мелкая, другая вообще нормально. Ну, я не против. Вот, короче, сейчас пойдем, пауза. А что на фонарь? В смысле, работает? Все, все. Нет, все видишь. Сань, покажи личик фонарем. Да свое! Во! О, Саха! Ну здесь более-менее, кстати, сказать. Уже более-менее ноги видны даже. Меня тоже, наверное, видно, скорее всего. Машина едет. Ну их хрен с ним. Чё, они вроде девчонки, вот две те, и еще двое девчонок ждут на площади. Сходочка! Ну, ей сразу. В общем, ребят, мы идем так очень темно ночью вообще. Ну, не ночью, уже довольно-таки поздно. Вот. Очень темно. Вот. В общем, идем.
ждем девчонок. Они не отвечают и ничего, короче, игнорят нас жестко. Мы разговариваем с Саньком о политике, о культуре. Машина едет. Вот. В общем-то, ребят, 11 ночи, как бы. Пора заканчивать свой дневник. Не знаю, когда я его смонтирую. Вот. В общем, с вами был Алекс, Саха Плей. Ну да, тебя не видно. Это канал Ампай. Всем удачи. Всем бай-бай, гайси.